Она для меня супер дорогой, родной мне человек, и я для нее точно так же. Она мне написала, просто я ее поддерживала, писала в Телеграме, что вот, молодец, что занялась спортом. А она написала, что ей сложно, что я ей пишу, и она поэтому хочет меня заблокировать и более не поддерживать со мной связь. Понимаю, что этот человек мне очень дорогой и близкий, я не могу просто взять и резко, чтобы он пропал из моей жизни совсем. Я предлагала ей дружбу, ее дружба не устроила. Но есть одна проблема была, из-за которой изначально было принято решение, это мы перестали друг друга реально слышать. То есть я объясняю что-то и говорю, вот, я чувствую вот это, поэтому. Она говорит, нет. Ты чувствуешь это по вот этому. То есть пытается меня как будто бы, не знаю, додумать за меня что-то. А я то, что говорю, я реально так и считаю. И из-за этого перестали друг друга слышать и понимать. И на данный момент я позвонила Ане, поскольку она сказала, что она меня везде заблокирует. Она сначала заблокировала, я позвонила ей в WhatsApp с тайского номера. Вот, я ей сказала, можем ли мы, типа... Все начать сначала, только реально пипец, как друг друга слушать и слышать друг друга. Желания, чувства, абсолютно все слышать друг друга.